Вот последний магазин на сегодня, вот он называется Амазония. Это прямо большой магазин, хотя вот этот, конкретно этот самый маленький, есть больше прямо отдельно стоящие здания. Здесь прямо, наверное, самый большой, наверное, из всех во Франции. Но есть еще Золотом 2000, еще как-то там называется. Ну, у нас конкретно вот этот. Прям, ну, большой довольно. Тут уже собачки продаются. Кстати, хотите посмотреть? Сколько стоит? 1590 на минутку. Красиво, но как-то не дешево. Так, что у нас тут еще? Вот какие-то. Не знаю, что это. 890. Что-то за 1190 и за 1400. Такие цены, вот не балуйся, называются на собак. Вот опять же птичий отдел. В принципе, все. Оно везде плюс-минус одинаковое. Тут представлен никто. Так, ну ладно, здесь у нас грызуны, кролики. Ладно, нам интересен, в принципе, магазин с аквариумами. Но сегодня суббота, поэтому людей, в принципе, много. Все после трудовой недели выбираются с семьями, значит, по этим всем магазинам, поэтому много людей. Но тут немножко лучше, конечно. С грунтами вот есть тут. Ну как лучше, это такое, знаете, тоже. Это обычный песок всех мастей и все остальное. Единственное, что хочу вам показать по поводу грунтов. Вот смотрите, вот есть лава. А нет, это вот soil. Проскейп soil, в принципе, можно было на нем запуститься. Как вы видите, стоит 14,95, не так все это дорого. Вот обычная лава, не заряженная, ничего, то, о чем я вам говорил. Если вам нужно слой сделать, пожалуйста, возьмите вот эту лаву, не морочьте голову, вот 9 литров 24,90. А вот очень хороший, это повдер soil тропика, это очень хороший очень грунт, можно было бы на нем запуститься, и это повдер 9 литров 39,90 стоит. Так что, в принципе, знаете как, следующая банка будет, скорее всего будет на вот этом вот на тропике запущен. Но я думаю, так будет проще. Вот все у нас идет здесь к фильтрам, у нас вот электроника всякая разная. Ну, особо ничего такого нет, но ну, хотя бы выбор какой-то есть. И по поводу тропики, вот этой тропики, это японский тоже грунт, кстати, очень хороший, не думайте, что это какая-то ерунда. Удобрения к нему дешевле все стоят, прям, ну вот дешевле стоят, поэтому можно все прокалькулировать. Так что ну, вот такое вот можете запомнить, посмотреть. Я вам сейчас покажу то, на чем я, может быть, хочу запуститься. Это у нас аквариум, тут разных всех видов и мастей. Вот у нас он Ювели, он Лида, это у нас Рива. Такой, всякой. Так что, в принципе, поделили. Так что я вам хотел показать. Вот начали делать аквариумы, ребята. Вот клеить их начали аквариумы. Вот внизу стоит банка на 600 литров. Не знаю, вам видно? Нет, вот она. От сих до сих. Вот 600 литров эта банка. Очень даже приличная она. Склеена. Стоит она вот 600 литров, вот у нее размер у нее 2,50-60,
12 миллиметров стекло, 559 евро это все стоит. Ну, неплохая, я вам так скажу, банка, у нее нормальная пропорция, хорошая. Плохо, что в этом магазине не видно. Ну, думается мне, вы знаете, это же аквариумисты, у них гигантомания, видать, у них встроена в мозг, поэтому вот нужно еще что-то. Еще этот не запустили, ну уже он думает, как на 600 литров ему сделать. Ну, я хочу из этого сделать, не знаю, какой-то, может, друг, не сейчас, безусловно, это делать, но сделаю сам мебель, сам сделаю все, мне интересно на внешниках это все сделать, запуститься на другом грунте. Ну, вот такие вот начали делать банки. Ну, неплохо, неплохо. Вот и склеено неплохо, я вам смотрю, вот, знаете, ну, не хуже, чем Ювелис слепили. По поводу LED, вот, кстати, вот еще. Я не знаю, что это за торговая марка такая. Ну, вот, например, 120 сантиметровая, 36 ватт. Это, в принципе, такой размер, как стоит у меня в Ювеле. И мощность такая, по светоотдаче я не смотрел. Не смотрел я, честно говоря, светоотдачу у них какая, сколько у них там люминов, сколько у них там того-сего. Ну, в принципе, можно подобрать. Вот у нас есть свет JBL-овский фирменный. Вот он даже тут регулируется, стенд их не стоит. Можно тут включать, выключать этот постепенно, рассвет, закат. Ну вот 165 евро метровая. Ну, метровая, ну, если вот так предположить, что я беру вот этот двухметровый, значит, мне две лампы ее нужно. Ну, посмотрим. Вот это Т5 никому не нужная, вот она есть. Вот у нас декор идет по камням. Всякие разные тут есть, но вы тоже понимаете. Видите, 6,90 за штучку. Вот раз 6,90, два 6,90. Ну, здесь. Вы? В фильме, это не авторизировано, вы знаете. Окей, merci. Это pour mon канал. Это pour mon канал? Oui. C'est-à-dire? Но. Прибежал, короче, менеджер, рассказывает мне, как нельзя тут снимать ничего. Во всех магазинах можно, а в этих нельзя. Вот тут вот скалярии вот такие вот. По 5,50, ну, обычные. Родостомус 2,90. 10 евро 5 штук. Ну, так вот. А вот они, кстати. Вот они, скалярия Red Devil. Не видно, малек. Ну вот по 8,50. Вот подумываю о них. Ой, выскочило. Подумываю о них. Ну, посмотрим. Вот у нас есть дискус 39. Ну опять же, ну посмотрим. Скаляя эти самые. Тетра. Так вот. Ну вот, может быть, еще вот этих вот возьму сомиков, не знаю. Они похожи мне на барбосов. Такие веселые. Но хотя с моим грунтом, не знаю, может будет муляку поднимать. Ну вот так вот это все выглядит здесь. Вот анцитрус. Сколько анцитрус, непонятно. Разбора евро 50. Ну. Здесь море есть, ну, море мне как бы не очень интересно, поэтому снимать не буду, но есть море здесь. Вот у нас опять золотые рыбки. Короче говоря, вот так. Вот у нас неон. Здесь по евро 70, он, значит, 7,55 штук, 13 евро 10 штук, ну, может быть, возьму здесь, посмотрим, где возьму, еще не знаю, где возьму. Ну, такой вот магазин, так что, вот, прикольно. Сейчас покажу вам растения,
Ну, растения здесь печальные. Ну вот, вот это вот устерьяна, криптокарина. Вот я ее купил. Это, кстати, та, что должна быть очень большая у меня. Ну, не знаю, будет она или нет. Бакопа каролинская. У меня австралийская помельче. Ну, здесь печальные растения, видите сами.